Всем привет! Сегодня я буду готовить самые быстрые и очень вкусные слойки. Слойки с сыром. Эти слойки можно кушать и на завтрак, и на обед, и на ужин, да вообще, когда захотите. Давайте начнем! Друзья, сырные слойки готовятся, но очень быстро. И для их приготовления нужно всего два ингредиента. Это слоеное тесто и сыр твердых сортов. У меня это сыр сулугуни. Итак, приступаем к раскатке теста. Берем кусочек теста и просто раскатываем по форме квадрата. Я раскатала все тесто, а теперь самый интересный момент – формирование наших сырных слоек. В центр нужно положить сыр. Возьмем еще один кусочек. Чем больше сыра, тем вкуснее. Накрываем. Надо немного так. Я неправильно поставила сыр. Вот, а теперь правильно. И немного придавливаем пальцами. Это чтобы сыр не вытек. Для красоты концы наших слоек придавим вилочкой. В муку окунаем. Это для того, чтобы тесто не прилипало к вилке. Вот наши слойки и сформированы. Теперь обмажем их желтком и посыпем кунжутом. Отправляем наши слойки в духовку выпекаться на 15 минут при температуре 200 градусов. Друзья, слойки готовы. Посмотрите, какие они красивые вышли. А теперь я их перекладываю в тарелочку. Они такие хрустящие, когда их берешь. Вышли очень красивыми. А самое главное, аромат. Друзья, смотрите, какие красивые слойки у меня получились. Готовьте с удовольствием. Вкусно и просто. Приятного аппетита!